Все, сегодняшний турнир закончился. Эля пострадал. Не так! Награждение всех игроков. Равняйсь! Мирно! Равняйсь! Елена Викторовна, улыбайтесь. Вот и подошел к концу наш ежегодный турнир по футболу, посвященный Дню Побед. Были упорные игры, был накал, были эмоции. Я очень рад, что у нас обошлось без особых травм и с интересными играми. И как результат победил сильнее. Хотел бы отметить не только победителей призеров, а также участников за самое активное участие в борьбе к победе и как самый активный болельщик. А именно, Федорова Ирина за активное участие. Ярошевский Николай. Аплодисменты. Ярошевский Николай. Студентов. Студентов Полина. Сугутова Эльвира. Да, вы тоже играете. Эля, забирай. Давайте не подписать. Эля, забирай. 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 Усанов Марк! Титук Александр! Маршап, гони! Маршап, забери, пожалуйста! Забери, пожалуйста, всех для группового хода! Вот, все, поставьте! Награждается за третье место команда ПК «Рош»! Так, кубок! Наймар. Кубок побили, аплодисменты. Давайте медали, выходим, получаем. Давай, Жек. Грамоты раздавай. Грамоты. Не снимайте медаль пока. Вот ты, парни. Ой, китасуки. Ой, китасу. Угу. Все молодцы. За второе место. Ко мне, ко мне. За второе место граждается ПК «Разлом». Эля, фоткай. Красновис, Фонарев, Ротов, Буркович, Буракеев, Соколовский, Остапенко, Петров, Мазур, Павлович. Давайте медали одеваем. Кто два человека? Кто два человека? Александр Александрович, он скоро выключится. Вырубился. Еще нет.